Хотите прикол? Вот смотрите, с середины 2000-х мы с вами собирали деньги и складывали их в общую копилку под названием Фонд национального благосостояния, это наши деньги. Мы их сами собирали, копили на черный день, потому что Путину поверили. Полтора года назад этот черный день наступил, в смысле в дверь постучалась пандемия коронавируса. Многие из нас оказались к ней не готовы, президент отправил россиян на самоизоляцию. Огромное количество предприятий малого и среднего бизнеса решением чиновников закрыли на полгода, а кого-то и больше, то есть они не работали. От слова вообще, как и вы тоже не работали, соответственно, не получали зарплату, жили только благодаря каким-то накоплениям, благодаря родительской пенсии, может быть. А что же наша общая копилка делала в это время? Ну, тот самый ФНБ. Нет, сказали нам Владимир Владимирович и его друзья, мы ее пока дербанить не станем. Вдруг более сложные времена наступят. Ну, не будем и не будем, согласились граждане России. А вот теперь начну интересные вещи рассказывать. Итак, по состоянию на начало пандемии, то есть в марте 20-го, в фонде национального благосостояния лежало примерно 13 триллионов рублей. Ну, оно в валюте, в золоте, в ценных бумагах хранится, поэтому точно посчитать невозможно. А посему говорю примерно. А вот теперь внимание. По состоянию на 1 мая 2021 года, то есть это даже раньше, чем сейчас, в фонде оставалось 8,66 триллиона. Вопрос, куда исчезли почти 5 триллионов рублей? Нам их не давали, напомню. Официально ФНБ якобы не распечатывали. Доллары, евро пока тоже только растут. Так куда девались почти 5 триллионов? Если кто-то не понимает, сколько, это объясняю. А это треть годового бюджета Российской Федерации, куча денег. Даже не так. Не куча, гора, и они пропали. А великий кормчий с Набиуллиной косят под дураков и делают вид, будто не знают судьбы тех деньжищ. Кстати, совершенно случайно, примерно на такую же сумму за время пандемии разбогатели дружки царя Владимира, удивительно, да? В мире трындец. Экономика планеты парализована и катится в тартар, а в России в это время пропадают почти 5 триллионов из общей копилки. И, о чудо, как раз настолько вдруг стали богаче приближенные императора. Копперфильд отдыхает, блин. Это реальная журналистика, поехали! Кстати, а хотите посмеяться еще? Нам с вами уже пару месяцев кряду про необходимость вакцинации, труд из каждого утюга, мол, кто не привился, у того нет будущего, ну и прочую лабуду несут. На одном из телеканалов даже смешнючий ролик вышел об этом, не видели? Ну давайте тогда вместе поугараем, внимание. Помогите, пожалуйста. Будущее не в наших руках. Твое будущее от меня закрыто. Теперь не страшно. Но мы в силах защитить себя и своих близких. Тогда судьба и определится. Вакцинируйтесь, чтобы будущее вас не пугало. А теперь самое интересное. Вы думаете, вот это вот было смешно? Нет. Сейчас я вам хочу показать вообще укатайку, короче, в кадре. Действующий министр здравоохранения России Мурашко, министр, человек, который в данный момент колет вакцину от коронавируса, 146 миллионам россиян топит за эту вакцину. Рассказывает людям, что прививка обернется для их здоровья какой-то нереальной пользой. Короче, как в том ролике, нет прививки, нет будущего. Вот сейчас просто послушайте, как министр Мурашко отвечает на вопрос о необходимом количестве антител в организме, дабы не заболеть модной болезнью. То есть его спросили, какое количество антител должно быть у человека, чтобы вирус стал для него безопасен. Слушайте. Пока у нас нету убедительных данных по количество антител, статусу иммунитета, чтобы оценить его, сказать, что здесь вы защищены полностью и не нуждаетесь. Эти исследования идут. То есть, ребята, он не знает, у них нет таких данных, он министр здравоохранения, он не знает даже приблизительные цифры, процитирую чиновника, исследования идут, ага.
Но они уже призывают целую страну заражаться искусственно через вот эту вот самую вакцинацию. Более того, они же настаивают и на повторном заражении через некоторое время. Ревакцинация, говорят, нужна, обалдеть. Ребят, еще раз. У них нет конкретных данных. На стадии исследования лекарства и вирус находятся. То есть получается, что прямо сейчас господа используют так называемый метод научного тыка, типа попробуем, авось прокатит, и вместе с тем опыты на людях проводятся в приказном порядке. Как? Мы не знаем, чем мы вас колем, мы не знаем, какими могут быть последствия, но вам это очень нужно, причем настолько очень, что Жириновский даже о планах власти на после выборов рассказал. Что нужно делать? Детский сад. Мамаша, вы ребенка привели? Вы привиты? Нет, завтра ребенка не приводите. Быстро побегут все, сделают прививку. В школу. Директор школы встречает учеников. У кого дома родители без прививки? До свидания, домой. К выборам, я говорю. Нет прививок, к выборам не допускаем. На работу, так сказать, есть вакансии, есть прививка, берем. Ну и пусть тогда сразу примут закон, обязывающий холопов жрать отраву для тараканов 3 раза в день. А впрочем, что-то мне подсказывает, что негодяи вроде Киселева тут же начнут брехать в эфире, будто отрава для тараканов это патриотично и незаменимо для рациона скрипоносца. Лишние хромосомные побегут забегать, занимать за гадостью очередь, лишь бы с работы не уволили. Станут пичкать этой дрянью своих детей, жен, матерей, потому что «ну у меня же кредиты». Задам один простой вопрос, тем не менее, о чем ты думал, когда подписывался под эти кредиты? Причем, знаете, на что я обратил внимание? Именно неподъемные кредиты берут нищеброды, которым и нечем затем те кредиты отдавать. Не спешите писать комментарии, дослушайте. Ты ведь хотел сейчас набить месседж, мол, а как, если человеку семью не на что кормить именно поэтому? Я тебя попросил дослушать, так вот. Эти кредиты нищеброды берут не на нужды семей. Люди покупают себе дорогостоящие смартфоны, машины, бытовую технику, без которой можно обойтись, и едут в отпуск на острова в кредит, блин. Я, например, знаю огромное количество ненормальных с зарплатой в 30-40 тыр, но эти ненормальные себе джипы-кроссоверы по цене от 2 миллионов и выше покупают, ага. У придурка квартиры нет, он тачку бежит себе за пару лямов брать, а затем ноет, что 80% зарплаты отдает банку, красавчик. А вот теперь начинайте писать ваши комментарии. Ладно, бог с ним, с этим вирусом, у меня возникло жгучее желание показать вам еще одного слугу народа, который не в состоянии отстоять собственную точку зрения, рассказываю. Сейчас вы увидите двух персонажей, которые мне неприятны. Один из них Антон Красовский, но в этот раз я ничего плохого про этого парня говорить не стану, потому что он действительно сделал свою работу грамотно и качественно. А вот второй, депутат Единорос Федоров, он же основатель секты НОД, Национальное освободительное движение. Правда, от кого это движение нас собирается освобождать, я до сих пор не в курсах. А еще Федоров и его фейковый нот известны тем, что уже много лет несут пургу о том, как нас хотят захватить плохие злые американцы, о том, будто Центробанк РФ абсолютно не контролируется российскими властями, в частности президентом и правительством, и о том, что подавляющее большинство российских чиновников – марионетки дядюшки Сэма. Куча дураков ведь в это верит. Правда, когда Федорову начинает задавать конкретные вопросы, типа назови фамилии, имена, предъяви хоть какие-то доказательства, у чувака начинаются аргументы на уровне я... Ну это как его... В общем, сами послушайте. Вы сидите в Государственной Думе, в парламенте, которому подчинен Центробанк. Нет. А как нет? Это в Конституции так, записано. Ничего, ну такого что нет? Не обманывайте. Как это? Ну расскажите, кому подчинен Центробанк? Никому. Как никому? Независимо от парламента, органа власти. Да. В Конституции написано, Центральный банк действует независимо от органов власти. Кто назначает представителя Центробанка? Кадровые назначения осуществляются по процедуре, прописанные в законе, в том числе о Центральном банке. Кто назначает председателя Центробанка? Я вам скажу так. Председатель Центробанка не может быть назначен без определенных согласований с американцами. Кто назначает председателя Центробанка?
кто физически назначает председателя Центробанка в Российской Федерации. Вот вы сейчас хотите, чтобы я вам назвал Государственную Думу? Я хочу, чтобы вы мне назвали, кто подписывает это постановление. Я вам объясняю, что это указ. Что само по себе. Кто? Назначение кого? Кто? Дума? Президент? Сейчас. Кто? Ну, я уже отвечаю на ваш вопрос, да? Я вам отвечаю, что процедура назначает председателя Центрального банка, в которой предусмотрено в том числе решение Думы по процедуре. Так, подождите, значит, как устроена процедура? Значит, так, Дума хорошо. Голосует за... Похоже, вам все надо начинать сначала. Нет, мне не надо начинать сначала. Мне надо, чтобы вы мне отвечали на вопросы. Если вы реалист, то вы не надо выдергивать контекст. Отвечайте мне, пожалуйста, на вопросы. Кто подписывает решение о назначении Набиуллиной председателем Центробанка? Президент? Решение подписывается... Государственной Думы, постановлением Государственной председателем Думы. Государственной Думы. Да, он же председатель, он не начальник. Я понимаю, подпись стоит Володина. Да, на основании решений Государственной Думы, решение Государственной Думы формируется фракциями и партиями на основе фракционной дисциплины. Партии и фракции финансируются по линии олигархов Соединенных Штатов Америки и функционируют в системе Конституции с обязательным по 15 статье пункт 4 реализации решения по общепризнанным принципам и нормам. Означает ли это, что вся Государственная Дума наша является... по Конституции внешнеуправляемым субъектом. Вот. Да? Да? Знаете, однажды я все-таки сподоблюсь снять по этому поводу целую программу про Центробанк главным образом, о том, кому и как он подчиняется, про американцев и прочую чушь от нодовцев и их бессменного вождя. Ну, надоело, потому что бредни этого шута Горохового слушать, а вместе с ним и его недалеких в попу целователей типа Миши Советского. Даже знаю, когда я такую программу выдам в эфир, ближе к 21 августа, в годовщину путча, как раз 30 лет исполняется, юбилей своеобразный, вот там раскидаю все по полочкам, а пока... Все! Это была реальная журналистика, подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео на YouTube. В соцсетях тоже жду, ну вот, например, в ТикТоке. Ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться пока. Пока!